Всем привет! Сегодня я хочу сделать очередной обзор рынка недвижимости Торонто. В весенние месяцы из-за значительного недостатка предложений рынок недвижимости отыграл более половины ценового падения прошлого года. Если в среднем за прошлый год цены на недвижимость в Большом Торонто упали от пика марта 2022 года на 18%, то в мае этого года падение составило уже всего 8%. То есть восстановление рынка было налицо. Покупатели, воодушевленные тем, что Банк Канады прекратил поднятие процентной ставки и видя, что цены опять начали расти, заметно активизировались. В то же время продавцы, ожидавшие восстановления рынка, стали более активно выводить объекты в продажу, и количество предложений увеличилось. В течение всей весны мы видели стабильный рост цен приблизительно на 0,5% в месяц и довольно большую нехватку предложений. Особенно это было ощутимо в сегменте отдельно стоящих домов. Новое поднятие Банком Канады процентной ставки существенно охладило рынок в июне. И среднестатистическая цена недвижимости в Торонто и окрестностях осталась в июне примерно на том же уровне, что и в мае, то есть рост прекратился. Сегодня мы фиксируем гораздо меньший интерес со стороны покупателей недвижимости, чем в мае. И тут есть две причины. Во-первых, это, конечно, поднятие процентной ставки. Опять вышедшая неопределенность на рынке. Ну и второй фактор – это сезонный фактор. Летом активность покупателей традиционно снижается, особенно в июле и августе. Это, как правило, довольно спокойные месяцы для рынка недвижимости Торонто. Обычно покупатель возвращается на рынок ко второй половине сентября. Увидим ли мы горячий рынок этой осенью? Это спорный вопрос, и мнения экспертов тут существенно отличаются. Слишком много внешних факторов влияют сегодня на рынок недвижимости. Лично мое мнение, что нет. Однозначно только то, что сегодня на рынке накоплен огромный отложенный спрос, и это бомба замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. Но если проанализировать рынок недвижимости прошедших весенних месяцев, можно констатировать, что лишь небольшое количество обеспеченных покупателей вернулось на рынок весной, а крайне малое количество предложений привело к тому, что спрос превысил предложение и цены начали расти. Более обеспеченные покупатели, у которых нет проблем с получением моргиджей, вернулись на рынок, посчитав, что дно падения пройдено, и дальше ждать не имеет смысла. Менее обеспеченные, которых гораздо больше, не смогли это сделать в связи с трудностями, связанными с квалификацией на кредиты по высоким ставкам кредитования. В итоге большая часть так называемого отложенного спроса пока все еще в ожидании. Я не вижу вариантов, каким образом эти люди могут вернуться на рынок сегодня, так как Банк Канады продолжает вести агрессивную политику относительно ставок кредитования. И если ранее считалось, что ставки по кредитам пойдут вниз уже начиная с начала 2024 года, то сегодня этот сценарий маловероятен. Канада в очередной раз, потому что за последние десятилетия это уже третий кризис, справляется с трудностями гораздо лучше, чем большинство развитых стран. Сегодня экономические показатели Канады довольно-таки неплохие. Если ранее считалось, что летом этого года экономика уйдет в рецессию и, соответственно, Центральному банку Канады придется принимать срочные меры, то есть в скором времени спускать ставки кредитования, то сегодня мы видим, что рецессии нет и в помине, и, соответственно, Банк Канады имеет возможность поднимать ставку и дальше. Для экономики Канады сегодня нет никаких предпосылок для поднятия процентной ставки. Инфляция падает, и вполне можно было бы остановиться и уже через несколько месяцев начать понемногу спускать ставки и еще больше этим стимулировать экономику. Но мешает наш южный сосед, у которого экономическая ситуация совсем другая. В США необходимо продолжать поднятие ставок. А мы, к сожалению, сильно зависим от этого. Так как если ставка в Америке поднимется еще, а Канада не поднимет ставку, то это приведет к существенному ослаблению канадского доллара, что мы допустить не можем. В то же время поднятие процентных ставок в Канаде серьезно тормозит экономику. И сейчас уже опять заговорили о том, что в итоге мы все же придем к рецессии.
На мой взгляд, именно этого момента и будет ждать Банк Канады, который хоть и поднял опять процентную ставку, все же очень хорошо держит руку на пульсе и пока что не поменял прогнозы на 2024 год, где говорится о том, что уже во второй половине 2024 года ставки кредитования должны быть не более 3,5%. Это говорит о том, что если ранее планировалось опускать ставку очень плавно, то сегодня вероятность более агрессивного опускания ставок в 2024 году существенно возросла. Правда, не совсем понятно, что произойдет с канадским долларом, если мы из-за дорогого кредитования действительно подойдем к точке рецессии, а американцы продолжат поднимать процентные ставки. Очень надеюсь, что этого не случится. Возвращаясь к недвижимости, мое мнение, что осенний рынок будет спокойным. Если ставки кредитования не поднимут еще раз в сентябре, то, скорее всего, мы увидим некоторое оживление, подобное тому, что мы видели весной. Если поднятие произойдет, то рынок будет просто стоять на одном месте с крайне малым количеством сделок. Касательно следующего взлета цен по возвращению на рынок основной части отложенного спроса, то он неминуем. Вопрос только, когда это произойдет. Пока я говорил бы о конце 24-го, начале 25-го годов. Мало того, будет еще более крутой, чем предыдущий, так как за прошедшие 3 года темпы строительства вместо роста показали глобальное падение, а численность населения увеличивается невиданными ранее темпами. А фактор supply demand, являющийся основным фактором движения цен как вверх, так и вниз, пока еще никто не отменял. На сегодня это все. С вами был Максим Богенский, брокер of record и владелец компании Right at Home Realty Investments Group. Подписывайтесь на наш канал, тут всегда много интересной и полезной информации. До новых встреч!